Откуда и докуда еще раз? Ну вот, если вы точно выделили жир. Давайте все читать. Давайте подряд. Давайте тоже очень. Давайте подряд. Мне кажется. Хорошо, что читаем? Первая глава, шестая статья. Первая глава. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным, независимо от оснований приобретения. Второе. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории. Вот Конституция Российской Федерации. Смотрите, какое здание. Зачем? 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 А можно сначала его спросить, а скажите. Статья 17. Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. И положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.